Ну что, всем доброго дня, всем здравствуйте. Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Олег. Я представляю итальянский бренд товаров для детей Sweet Baby. У нас в ассортименте есть много разных видов продукции. Это и стулья для кормления, это и коляски, туристические, зимние и всесезонные. Это и манеж кровати, это и отдельные кроватки. Все это представлено на стенде номер 19. Можете подойти, посмотреть, потрогать, пораскладывать. Ну а сегодня приветствую еще раз всех в этот воскресный день. Приятно, что все подошли. Ну и говорить мы сегодня будем про очень интересную модель. Это из всех наших стульев для кормления самая продаваемая, самая хитовая модель, стульчик под названием Luxor. Luxor переводится как блистательный, он неспроста так называется. Это модель 3 в одном, 3 в одном. Это одновременно первое положение – стул для кормления с жесткой фиксацией, достаточно удобный. Вторая его вариация – это шезлонг. Смотрите, мы откидываем спинку, мы отсоединяем поднос. Подножку выпрямляем наверх и получаем вот такой шезлонг. Ну и третий его режим, он делает его уникальным, это режим качания. То есть такой маятник, сзади мы его активируем. И ребенок после того, как покушал, его клонит в сон. Мы можем его тихонечко укачать. После этого подкатить его аккуратно. О, давайте положим ребенка. Вот, поместили, укачали, аккуратно подкатили его к кроватке и переложили. И таким образом он даже не понял, что его куда-то везли, перекатили и так далее. Потому что обычно ведь как бывает? Мы покормили ребенка, после этого мы его берем на руки и переносим. В этот момент он может на что-нибудь отвлечься, что-то увидеть. Телевизор, птичка за окном пролетела и так далее, и все, он уже проснулся. А так убаюкали, укачали, все достаточно удобно. Спинка регулируется, имеет три положения высоты. Естественно, функция качания фиксируется. Отдельного внимания заслуживает подножка. Она у нас регулируется как по высоте, показывает три положения угла. Первое положение, второе и третье. Далее, что очень важно, она растет вместе с ребенком. Когда у вас малыш рождается, у него ножки еще коротенькие, мы можем поставить нулевое положение, показываю. И вот отсюда, когда малыш подрастает, его ножки удлиняются, чтобы не было необходимости покупать новую модель стульчика отдельно, либо новую подножку, как многие говорят, заказать на Алиэкспрессе, чтобы не было необходимости, мы просто удлиняем ее, делаем раз, делаем два, и получаем максимальное положение раскладывания для данной модели. Чехол у него изготовлен из эко-кожи. Это не клеенка, это именно эко-кожа, типа овал. Она особая, дышащая. Ребенок в ней не запотевает, не запревает. Она гипоаллергенная, и этим она особенно хороша. Чехол снимается, естественно. Его можно легко помыть и полоснуть под душем, протереть тряпочкой. Даже если малыш запачкал стульчик, это легко моется, стирается. Естественно, сидеть ребенок будет не на самом чехле, он будет сидеть у нас на вкладышах. Вкладыш сделан из мягкого материала, это флок. Он легко стирается в стиральной машинке и чистится без труда. Вот такие приятные особенности. По поводу безопасности. Мы используем 5-точечные ремни, которые защищают ребенка со всех сторон, не только с плечиков, с промежности, но и по талии. И ребенок, даже если он очень активен, даже если он пытается встать на ножки, начать двигаться, выкарабкаться из стульчика, ему не удастся это сделать, он будет полностью в безопасности, полностью защищен. Что еще могу рассказать про эту модель? Колесики, смотрите. Колеса у этого стульчика оснащены стопперами. Они очень маневренные. Он вращается на 360 градусов. Очень легко двигается. Но если мы его зафиксируем, ножные стопперы позволяют это сделать, получаем очень удобную модель, которая легко встает и не ездит, когда нам этого не надо. То есть он куда-то отъезжать не будет. Со временем, естественно, малыш у нас подрастет. Необходимость в подносе у нас отпадет. Сам поднос тоже очень хороший, двухсоставной. Вкладыш отсоединяется, моется легко в посудомоечной машине, что очень удобно. В два щелчка соединяется обратно. И на подносе имеется вот такой анатомический разделитель ножек, благодаря которому ребенок будет ровно сидеть с правильной осанкой, ножки будут не вместе, ножки будут разведены, как должно быть, когда он принимает пищу. Все удобно, осанка из-за этого не нарушается. Когда нам поднос не нужен, мы легко можем его поместить на заднюю раму, там, благо, имеются специальные шипы-пазы, по которым он и размещается. Раз-два, и он очень надежно стоит, не слетает, не сходит в сторону, что очень удобно.
Ну и в завершении, когда нам надо его сложить, он очень легко складывается. Мы просто поднимаем подлокотники. Раз, два. Мы опускаем подножку. Легким движением сзади мы прожимаем два курочка. И при необходимости даже можем изменить его положение по высоте. Это тоже легко делается двумя нажатиями с боку. Вот и все. Как видите, он даже стоит сам. Я ему ничем не помогаю. Очень компактно складывается. Можно его поставить в шкафчик, в чуланчик, куда-нибудь куда угодно. Вот такая приятная модель. Обращаю внимание, она не только в голубом цвете. Она идет у нас сразу в 7 цветах. Это и фиолетовый, это и лиловый, это и ярко-оранжевый цвет. Ну а подойти и посмотреть эту модель живую вы можете на стенде номер 19, прямо вот в той части второго этажа. Подходите, буду рад вас видеть. Всем спасибо за внимание, рад, что вы пришли на мою презентацию. Всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Скажите, на каком стенде? Я прослушала, может быть, кто-то тоже прослушал? Да, стенд номер 19, компания Sweet Baby, итальянский бренд товаров для детей.